вещей обыденных обычное устройство, привычное, сроднившееся, сросшееся с нами, со всех сторон ощипанное, просто, усвоенное, присвоенное, уже лежит в кармане. Но стоит вдуматься и малость рассмотреть, начнет дымиться и стираться в тайне, дабы не надмевались в обыденности впредь, та вещь события вдруг тайной грозной станет. Мы в тайне от зачатия на пути к рождению, столь одинокие, повсюду тянем пуповину. И ту единственность мы вряд ли в раз разденем, сумеем разузнать хотя бы наполовину. Земля в космическом пространстве не замерзла, не околела зыбясь в бурном океане бурь. Ее с орбиты не сшибают звезды, в цунами и в самуме уже царит лазурь. И мы, купаясь в нужной атмосфере, со всем своим художеством среди сортира, с трудом в полет Земли с утра поверим, узрим планету нашу одиноко сирой. Смолчу про атомы, которых не видал, и про обмен веществ совсем не досягаем. То что есть несогласие с претензией скандал, когда задумаешься, в тайну вникнешь с краю. Мы в пустоте незнания и ложных постулатов, теорий хитрых, дутых, презренных аксиом. За слой неблагодарности с процентами заплатим, позор невежества и тупости к расплате принесем. Но только стоит Библию с молитвою открыть, не здешней благодарности уста облагородить, страх Божий потрясет и обуздает прыть, себя отвергнемся, боясь прослыть уродом. И Богу сущему, а он всегда все тот же, за жертву Агнца, за любовь Иисуса, в незримый хор небес плетешь свой голос Божий, твой ручеек любви пойдет небесным руслом. 27 июня 2009 года.